Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов FireRider версия 2.86. Индикатор для бинарных опционов FireRider – это сигнальный индикатор без перерисовки, сигналы которого не исчезают при обновлении графика. Благодаря этому можно проверять его эффективность на истории или через тестер и использовать для торговли как на рынке Forex, так и для бинарных опционов. Обратите внимание, что FireRider является платным индикатором и стоит $120, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Устанавливается индикатор в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно прочитать в статье на нашем сайте или посмотреть в обучающем видео. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. На чем основан данный индикатор, сказать сложно. Автор держит все принципы и алгоритмы своего инструмента в тайне, и поэтому его настройки ограничены лишь визуальными параметрами. Из предложенных настроек можно выбрать вид сигналов, включить или выключить логотип автора, поменять цвет графика, включить или выключить алерты, оповещения. Правила торговли по индикатору FireRider версия 2.86 для бинарных опционов. Индикатор генерирует большое количество сигналов, и их обязательно нужно фильтровать, иначе если вести торговлю по всем сигналам сразу, то можно быстро слить весь свой депозит. Самым простым способом фильтровать сигналы является торговля по тренду. Поэтому следует хорошо разбираться в том, как работает тренд на рынке, как определять и использовать бычий, медвежий тренд и флэт, а также знать, что такое смены фазы рынка. Информацию по этому поводу вы сможете найти на нашем сайте в обучающих статьях по ссылкам в описании к этому видео. Если вы полностью понимаете, как торговать бинарными опционами по тренду, то сможете отсеять более 70% убыточных сигналов. Дополнительным и надежным вариантом перестраховки может послужить использование этого индикатора вместе с другими. Например, когда мы тестировали его работу, то обратили внимание, что он неплохо показывает себя вместе со стохастик-осциллятором. Соответственно, правила торговли по индикатору FireRider будут включать в себя осциллятор-стохастик. Итак, для покупки опционов Call нужно, чтобы первое, был восходящий тренд. Второе, стохастик был выше уровня 20. Третье, появилась стрелка, направленная вверх. Для опционов Put нужно, чтобы первое, был нисходящий тренд. Второе, стохастик был ниже уровня 80. Третье, появилась стрелка, направленная вниз. Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять одну свечу. Давайте попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута и экспирацией 1 свеча. Заключение. Индикатор для бинарных опционов FireRider версии 2.86 – это сигнальный индикатор, который, как выяснилось, стоит использовать только вместе со вспомогательными инструментами, потому что он генерирует очень много сигналов, и без фильтрации они будут приносить больше убытков, чем прибыли. Вне зависимости от фильтра, который вы будете использовать, стохастик или любой другой индикатор, важно протестировать их работу и взаимодействие на демо-счету и только потом переходить на реальный счет. Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео.
Не забудьте подписаться на наш канал Win Option Signals, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые интересные образовательные видеообзоры, а также новости из сферы торговли бинарными опционами. Если вы не можете разобраться, как работает этот индикатор, напишите об этом в комментариях к этому видео, и мы обязательно вам ответим или разберем все ваши вопросы в следующем видео. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!